Всем привет! Вы на канале Стофики и компания. С вами Саня. Сегодня у нас 29 декабря. Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Всего вам самого-самого классного. Всего вам самого-самого доброго. Самое главное, как всегда я говорю, это чтобы у вас все-все-все было и ничего за это не было. Прошло уже полгода со дня выхода видео на YouTube «Самый лучший канал». Вот на это полугодие вышло аж два человека, которые посещают регулярно мой канал, смотрят мои видео, оставляют всегда комментарии. В общем, такие люди, которые, ну, я рекомендую всем. Один из них – это канал АЭС на рыбалке. Это Антон. Это человек, у которого можно смотреть видео постоянно. Он рекомендует, он подсказывает, он делает обзоры, он и рыбачит. В общем, столько много говорить, поэтому зачем мне говорить? Смотрите сами. Приветствую вас, братья рыбаки и сестры рыбачки. Волею судьбы вы попали на канал АЭС на рыбалке. АЭС — это я, Антон Сумароков, и я веду этот канал для вас. Мы будем вместе с вами рыбачить в реках, озерах, прудах и даже морях. Также мы будем изучать и тестировать различные оборудования, прибамбасы, оснасток, приманок. И некоторые из них сделаем сами. Я постоянно совершенствуюсь как рыбак и видеоблогер. И потихоньку обрастаю оборудованием. И очень много общаюсь с другими рыбаками вживую и в соцсетях. Веду группу, которая называется «Школа рыбалки», где мы обмениваемся опытом, и вы тоже можете это делать. Дальше все будет только лучше, интереснее и полезнее. Добро пожаловать на наш с вами канал, это будет всерьез и надолго. Обязательно подписывайтесь на канал, и тогда уже очень скоро мы с вами все непременно встретимся на рыбалке. И хочу еще вам рассказать про один канал. Это канал Саня Шмель. У него на канале вы увидите многочисленные рыбалки. У него очень увлекательные и красивые зарисовки. Также он показывает и обзоры снастей, катушек. У него есть также блог «Санина кухня». Ну, в общем, всего, чего вы захотите увидеть увлекательного, познавательного, тоже рекомендую вам этот канал. Подписавшись на этого человека, вы тоже не останетесь без его внимания. Ваши видео всегда будут просматриваться, комментироваться. Ну, в общем, смотрите.
повторюсь, эти два замечательных блогера никогда не оставят ваш канал без внимания. Всегда будут просматривать, всегда вам будут писать комментарии. Комментарии у них самые добрые, как говорится, зачетные. Поэтому подписывайтесь, заходите. Ссылки на их каналы я оставлю в описании. Еще раз всех с Новым годом! Всего вам самого доброго! Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал 100 Фитик. Я Саня.